Добрый вечер, с вами Николай, и мы играем в Titan Quest. Так, у нас на улице, короче, тучки ходят, и периодически молния. Надеюсь, все будет нормально, мы запишем сегодня видео, и все будет круто. Так, а теперь объясните мне, пожалуйста, как мне туда добраться, а? Ладно, по заданиям подождите. Я, по-моему, там дополнительно. Орфейник, да. Адамант, это там будет сокровище Аида. Сокровище Аида я не помню. Сокровищницу у него ничего не получается. Надеюсь, способ проникнуть в сокровищницу Аида. Смотрим. И... Да, только где она у нас? Вот здесь? Не помню. Не, действительно, уже не помню. Сокровищница Аида. Короче, идем, выполняем задание. Легенькая, не легенькая, не знаю. Ну, посмотрим, какое там получится. Иди сюда. Иди сюда. Иди. Это у нас тюремщик. Ну, тоже иногда неплохо подбивает, да? Thanks. Тан-таран-таран-та-тан. Хорошо. Так, а теперь мне вот сюда. А, это обычный. Дальше. А, подожди. Морозную мы, по-моему, убили. А нижний лагерь демона. Погоди. Разбойница. Ах ты ж разбойница. Так, тайная борьба. Нижнему надеть квестома. Хорошо. Найдем. Мне сюда необходимо. Я вчера искал, где этот нижний лагерь демона. Вот он, оказывается. Бабульки. Квинтом. Так не пройдешь. Необходимо через этих бабулек этих. Понял. Крепница. Через бабулек. Сейчас мы их порешим. Иди сюда. Точно. Шарик забыл. Тенс, это я возьму, это я возьму. В этой пещерке я не помню, источник не на зиму. Нет, не надо мне здесь. Угу. Хорошо. Да, у нас сегодня среда. Среда. У вас, скорее всего, будет четверг, если я смогу записать это видео. Да. Это день какой-то сегодня, блин. Целая неделя, как с понедельника началась всякая пурга. Вот она и продолжается. Да, сегодня пройдем вот эту миссию. Вот видите, он уже с нами хочет разговаривать. Человек-герой. И даже еще не умерший. Сначала ко мне приходит.
Тени просят помочь, а затем смертный хочет оказать мне услугу. Замечательно. В верхний мир в процессе отправлен гонец с важным пакетом. Он должен доставить сообщение в лагерь армии демона. Скорее всего, ты сможешь перехватить его в долине скорби. Убей гонца и принеси мне пакет. Я воспользуюсь этой информацией в своих целях и помогу сопротивлению. Тайная борьба. Ген старцев мертвых, понятно, закроется, и тайная борьба закроется. Хотя тени живущие на равнине, некий кто-нибудь, который руководит операцией Самс, так, узнал, что в лагере скоро прибыли из долины скорби с важным общением передовой войск армии демонов. Перехватите гонца и заберите пакет. Сколько реликвий? Где мне там надо его? Долина скорби. Что-то знакомое. Где-то ее видел. Это где-то вот здесь. Пошли пройдемся, позвал. Возможно, оно так и есть. Так, тебя не было. Долина, долина. Что, замочить еще раз ее? Мерзлоты. Героиня. Ну, давай. Ай, ладно, давай я это замочу. Не меня морозят. Хватит морозиться. Алло, блин. Хватит уходить, алло. Так, камень холода мне не дадут, потому что у меня уже такой есть. Да. Теперь что мне необходимо? Мне необходимо, наверное, пройти сюда. Ну, посмотрим. Возможно, это оно. А может и не оно. Не знаю. Мотоцикл безумная тень. Да что за лагание? Бабло. Бабло нужно. Конечно. Вытащи. Не спрашивай у меня, куда идти. Скорее всего, я укажу тебе неверную дорогу. Ты не можешь открыть эту дверь. Ты не можешь открыть. Ух тышка. Подожди. А, да, точно, я же здесь появился. Точно, точно, я помню. Вот, я вот здесь появился и пошел там, замочил этого чувака и пошел дальше. Да. Тюрьма. Нет, не то. Значит, все-таки не сюда. Это тюрьма. Ну, давай дальше пройдем. Пещера шепота. Мне надо... Долина скорби. Где она у меня? Почему нельзя позначить? Мочи ее. Верхний. Подожди. Стоп, это верхний, нижний. Я понял. Верхний. Может здесь?
это пески. Ну вот это получается. Остается одна часть. Значит, нам надо в эту сторону идти. Давай попробуем. Мою. Ага, хренушки. Вот так надо обходить. Время сгубил, короче. Блин, ну хоть какие-нибудь пометки были бы, понимаете? Ну вот здесь вот так вот. Вот что это за площадочка? Почему нельзя написать? Верхний лагерь. Все. Ты хоть шут делай. Он все равно верхний. О, стоп. Сущность как Мурали. Что-то знакомое. Не помню. А, героиня Нос. Героиня Кар. Герой убит. Такс, золото. Золото. А, не, все правильно, я и шел вот так вот. Стой, Николай, смотри. Как ты мог это пропустить? Ну, оно фиговое, но заточенный ток с охоты. Скорость перемещения прыгает еще раз. Вы знаете, даже он прикольненький для лучника, шикарно. Скорость перемещения проникающего рода. Это чистый ДД. Мою. Нет. Так, этих замочили, это хорошо. А, ну, замочить просто эти два механизма, ну, давай замочим. Ты ж попал. Вот. Тебе не стыдно. Возьму. Кого-то здесь пропустил. Миссар Курлахут. Слушай, это случайно не вот этот прикол, который мне надо было найти? Стоять. Свиток демона. Да. Да, вообще шикарно. Я все-таки правильно обошел. Николай, мы молодцы. Кто молодец? Я молодец. Вихрь. Так, задание. Смотрим. Тайная борьба. Вы получили? А, получите. Поехали. Да. Теперь возвращаемся. Стоп. Стоять, не понял. Нет, не надо. Что за нафиг? Вот этого надо замочить. Блин, стоять, я понимаю. Куда я попал? Зачем? Нет. Да там это падла, блин.
проходи, 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 никого, никого. 9. Замочить. Вот эту суку надо замочить. Простите меня, пожалуйста, что я матерюсь при записи. Но это гадость ужасная. Он ни хрен отстанет. Так, а теперь пошли героя мочить. Ты где? Героин. Как ты там? И ты тоже иди сюда. Ты иди сюда. Альба. О, синька. Что это такое? Это мы сейчас посмотрим. Это мы сейчас заценим. Мольба. А, я понял. Это свиток. Это, ну, ради прикола. Они ничего не дают. То есть их можно выбрасывать. Ну, прочитать. От них прикольчики. О, темный повелитель, услышь меня. Я умираю снова и снова. Вся земля, вся живое на ней умирает и возрождается. Так, в круговороте жизни и смерти век сменяется век. Я гиб под ударом меча, градом стрел, терзавший плоть. Меня сжигали огонь, холод пронизывал меня до костей. Я умирал вновь и вновь и восставал, сжимая в руках меч, ожидая нового героя, готовясь еще раз встретить гибель. Меня охватывает страх и жажда крови. Я заношу руку для удара и отчаянно надеюсь, что на этот раз хоть раз я выйду победителем. Но этого не происходит. О, пожиратель душ, услышь меня. Я лишь простой демон на службе повелителя Аида. Вот уже сколько лет я пытаюсь докричаться до тебя. Прости мою дерзость, но я вынужден просить. Пожалуйста, о, пожалуйста, не мог бы ты перенести эти сундуки с добром куда-нибудь в другое место. Ну да. Ну, в чем прикол этого замеса? А, кстати, я пошел не туда. Мне надо было чик-чик-чик вот так вот пойти, а я сюда пошел. Ну ладно, бывает. В жизни огорчение. Ой, здрасте. И вы ко мне в гости. Ну, вы поняли, в чем прикол, нет? Демон, получается, охраняет сундуки какие-то. Вот, и каждый раз приходят герои за этими сундуками и его убивают. Ему уже надоело, что его каждый раз убивают. И он возрождается, умирает, возрождается. И попросил, чтобы перенесли просто вот эти сундуки, ну для того, чтобы службу ему немножко облегчить. Ну, понимаете, охранять тот склад, в котором почти ничего не лежит, это означает тихая жизнь. Тебя никто не ограбит, не попытается ограбить. Вот и все. Вот и все. Так. Поехали, поехали, поехали. Да. Я тоже вот хочу работу себе, которая будет мне нравиться. И которая будет тихая, спокойная, без всяких проблем. Ты приходишь на работу, отработал. Если что понравилось. О, да, ну чтобы не было проблем. Самое главное. Я послал одного из самых сильных гонцов с этим пакетом, но тебе все равно удалось убить его. Отлично. Теперь сопротивление сможет воспользоваться этим сведением и перерезать еще одну линию снабжения. Причем следы не приведут ко мне. В конце концов, моего гонца убил смертный. Чее? Ох ты жопа с ручками. Так, ладно. Так, ищите адмета в Элизиуме. Хорошо, сокровище Аида, я, наверное, найдите способ родить на сокровище Аида, если бы я знал, где она. Ладно, неважно, мы посмотрим. Мы, кстати, выполнили задание «Тайная борьба». Так что, ни хрена себе. Да, пока только одно. Поехали. Элизиум. Да, наша история. Наша история движется к концу. Все ближе и ближе подбегается. Когда настанет конец этой истории. Но за ней начнется другая. Так, ну что? А, ты хочешь принять участие в сражении? Увы, но нам
никогда не одержать победу. Тебе придется остановиться Аида своими руками. Старый прорицатель что-то бормотал о том, что во дворце Аида может войти только живой человек. Мы не можем этого. Когда мы сражаемся и проигрываем. Вчера мы потеряли Пантея или Круа, а сегодня моего извечного соперника Приама. Храбрые души безвозвратно погибли из-за амбиций Аида. Он был владыкой этого мира, а превратился в просто тирана, тирана которого нужно свергнуть. Одиссей мог проникнуть в тыл врага, как всегда, но его люди действуют хитростью, там, где ему не справится сила, надеюсь, его, он поможет тебе попасть в город. Его улыбки помогали нам брать неприступные крепости. Поспеши, и живые, и мертвые теперь могут надеяться только на тебя. Стюку. Нет, ладно, потом. Я здесь еще понабираю заданий. Ты кто? Ладно. Как я рад снова тебя видеть. Итак, мы с тобой встретились в самом счастливом месте на свете, и в такие тяжелые для него времена. Да давай уже. Выполнено. Обновлено. Обновлено, прости. Я не понял, почему. Битва за Элизиум, это понятно, это основное. Адна. Ну все, я выполнил. Молодец. Кто молодец? Я молодец. Сейчас, 2 секунды, я приду. Пойдем дальше. Дальше. Так, сабля сирены, мышечная энергия. Нет, это не интересно, это не интересно. Слабость, ярость небес. Здорово, ты его восстановление. О, да ладно. Урон от огня, урон от молнии. Жизнь, вредительная способность. Жизнь, восстановление жизни. 87. Блокирует 19% силы, 9% жизни. 9% жизни. Жизнь у меня количество где? Жизнь. 3700. 10, ну, почти 10. Пускай 3, не 37. 10%. 10%. Это 370. Ну, получается. 370 жизни. Восстановление жизни 48%. Блокировать 156 единиц. Ну, добавлять стена тираноника. Нужно на него еще закастовать. Давай пока не будем продавать. Посмотрим, что мы можем с него вычудить. Правильно? Правильно. Это мы продадим. Это на продажу. Продажу. Для охотника же шикарно. Так, щит этот пока оставим. Кстати, продаем штучки. Подожди. Дай-ка я у тебя возьму вот это. И достаточно. Не, вот это что такое? Циклопа. Циклопа не надо. Слабость. Так, здрасте. Все говорят, что для меня интересно. Можно быть героем и после жизни. Жаль, костюм. Посмотри тишине. На эти поля, какие здесь совершаются подвиги. Смысл. Прощай. Я слышал о тебе, погибель Титана. Так, а теперь смотрим. У нас есть щит. И нам надо его улучшить. Оборонительную способность добавить. Проникающий уровень, основной щита, плюс 5% шансу. Ну, не. Доспех стоит. Так, это использование кровотечения, 4 защиты, 5 дней защиты. Ни о чем вообще. То есть оно уже не актуально. Это зуб раптора. 5 дней силы, физического урона. Нет. Здесь система неправильная. Почему? Понимаете, на первичные вот эти, которые были, то есть, ну вот они, понты дают, ну, 9 единиц защиты, вы меня простите, ну да, вот, это бред,
То есть поначалу, да, это неплохо. На данный момент это очень мало. Им надо было не создавать новые какие-то приколы, когда ты приходишь, такой, о, тут прикольная какая-то фишка выпадает. А им надо было улучшать уже вот эти. То есть новые выпадают, и вот эти, чтобы можно было бы улучшить. А так, ну ни к чему. То есть вот действительно, я вот сейчас смотрю, но ни к чему. Жизнь секунду, сохранение жизни. Чисто на жизнь. Реально чисто такая жизнь. Она сейчас... как называется? Лоза. Нигде не надо. Лоза. Надо сосредоточение хаоса. Духовная погибель. Я могу сосредоточение хаоса создать. Хаоса. Бессмертный хрип не могу создать. Давай. Бурдюк. Где? Чи-чи-чи. Так, бурдюк Диониса. Вот он. И что тебе туда надо было еще? Склад. Бурдюк яда. И кровь демона. Бурдюк яда. И что еще говоришь? Улучшение. Кровь демона. Демон. Кровь демона. Подожди, а что кровь демона? Это что у нас? Кровь демона — цельный амулет. Амулет — это вот эта штучка. Кровь. Что похоже у нас на кровь? И где она есть? Я не вижу, например. Вот это? Нет. Это призрачная материя. Странно. Крумпус. Крумпус. Кровь демона. Пойдет. Брать расписывайся. Жизнь. Он оздоровится. О, слушай, это неплохо. 3 из 5. Жалко. Давай пока не будем собирать. Да. Потом соберем когда-нибудь, если ему понадобится. А вот кровь демона можно в оборонительную способность. Неплохо так, да. О, механизм. Тоже неплохо. Опять с показателем скорости и оборонительная способность. Спасательный урон здоровья. Тоже неплохо. Ай-яй-яй-яй-яй. Урон здоровья. Что у нас еще есть? Афины, сохранение урона здоровья, каменение. А здесь сохранение урона здоровья. Урон здоровья, урон здоровья. Что он дает? Сопротивление урона здоровья. Оно. Сопротивление урона здоровья. Где оно у нас находится? Вот это кровотечение. Здоровье. Снижение урона атак на здоровье. Таких как снижение здоровья и урон здоровья. Ничего не говорит таких. Снижение здоровья и урон здоровья. Чё? Шанс отражения, шанс на кражу жизни секунды. Тоже неплохо. Проникающий урон. Ничего в ванне нельзя поставить. Слушайте, я очень долго, да, я понял, простите меня, пожалуйста, мой. Я действительно не знаю, что сюда можно. Щиты с временем кровотечения, проникающим урону. Смысл. Нет, не хочу. Не хочу. Оружие нет. Оружие, броню. С помощью реально можно сделать любую броню. Ну, это же не щит, правильно. То есть не все можно улучшить. Броню, броню. И защиты, энергии. Ну, так
такое. Бремя солнце, ломится отпечатание кровотечения. Вот это неплохо. Ну, нагрудная броня. Сила кольца. Оружие. Сила оружия. Фурии. Здоровье-то. И оружие. Доспех. Снижение урона зверям. Зачем? Ну, зачем это мне надо? Это неинтересно. Вообще неинтересно. Так, скорость клинка Танатоса 9% общего урона, скорость атаки сошла неплохо. Угу. Вот что у меня физического урона. Неплохо. Не, действительно, это вещь. Это вещь, да. Посмотрим. Либо улучшим эту катану, либо найдем на что ее прицепить. Доспех. Вот. А, доспех. Доспех, доспех. Это ж не щит, правильно? Да, не получится. Это что? Рес. Наручи и браслет. Гектор. Не способен выполнить задачу. Вот что мы на него повесим. Да. Ну шо? Подожди, это ж цельное? Ну да. Да. Теперь смотрим. Силы жизни. Сохраняю урону. Давай попробуем побегать с ним. Не активен, не активен. Так, что у нас по заданиям? А то я так долго делал. Тайная борьба мы закончили. Одно царствие мы закончили. То бишь, два задания выполненных. Это все было в прошлый раз. Неинтересно. Да. Теперь поехали. Основное задание проходить. Встретиться с Одиссеем у врат дворца Аида. Подожди. Мы прошли так, а здесь сюда нельзя. Понял. Понял. Это кто? Терезий, прорицатель. Это мне. Короче, в эту сторону бежать. Понял, бежим. Сохраниться. Сохранились и поехали мочить. Сейчас попробуем. Блин, да что ж такое? Меленое. А, это рогатые девочки. Рогатые девочки. Здравствуйте, рогатые. Как дела? Ох, ой-ой-ой-ой-ой, вот это плохо, вот это плохо, вот это плохо. Так, а чё у меня выключен вот этот прикол? Что за фигня? Угу, душару замочили, ну, я не виноват. А, гадость. Иди сюда. Сдулся. Угу. Вниз нам надо чуть попозже, значит, нам надо здесь обыскать полностью все. Понял. Кровавый.
последовательница. Ух ты ж, зараза. Давай. Сдохни, гадюка. Здрасте. Ко мне. Леди Клинка, вот это. Да, конечно, жесткий баф. Действительно. Жесткий баф. Да вот это с клинком, Леди Клинка, да. Эликс. Что у нас тут? И... А вот, все включил. Да выключено было, не знаю. Задел. Не, не задел, сам кулац. Да, в этот раз я сам кулац. Так, поехали здесь, посмотрим, что у нас. Бутылочка. Уже живительного. Кто у нас тут? Пайтлайн, Алькинор. Герои. We are heroes. Мы герои. Пошли сюда, значит. Это, походу, у нас... Ну, нам туда дальше надо будет, а здесь, наверное, просто данжик такой. Чикс, чикс. Блин, ладно. А ну, иди сюда. Пис, пис, пис. Ага, не вдвоем. Ладно. Тогда этого мочим. Заморозку. И эту заморозку тоже мочим. А вот этого надо будет зарисовать. О, красавец какой, да? Блин. Ладно, ракурс поменял, он сдох. Ну, ничего не бывает. Так, а, вот еще есть. Ой, здрасте, как дела? Пошлите на свет. Белый или как там. Давай вот этих замочим. Вот этого замочим и вот этого замочим. Вот его. А, ну, подожди, иди сюда. Иди сюда. О, чётенько. Идеально. Идеально. Все, нормально. Спасибо за позирование. Позиции позированы. Мужих. Нельзя. Костяной бич. Не, нормально. Да, щит. Но не хуже, чем прошлый. Так что... Нормально. Это не ю. Все мое. Ну, просто чисто луком всякой гадостью затарится вот и все этот данжик. То есть он не принесет чего-нибудь там сверхъестественного, я не поверю. Ну, может, выпадет какой-нибудь желтяк неплохой и все. А так, даже зеленого, скорее всего, не будет. Да. Ну, этот данжик чисто для наполнения контента, не более. То есть, надо разбавить чем-то. То есть, не бегать там по заданиям. А, зашел сюда, поубивал монстров, вынес шмота 1100, не более. Призрачной материи понабирал. Не ожидаю такого. То, о чем я и говорил. А, ну, контрольная. Одну. Вау, да.
То есть ни о чем. То есть просто для того, чтобы... Ага, мы бежали, что можно вниз побежать. О, прикольно. Прибежали, да. Почистили, все. То есть, а по сути, ничего он такого не даст. Ну, я говорю, игра интересная. То есть, мне нравятся такие игры. То есть, они не напрягающие. Второй. Алькинор. Здрасте. Эти осадные ходуны бродят по полю боя, косы моих воинов, как колосы пшеницы. Мы с огромным трудом уничтожили один, но их осталось еще пять. Они расскажут по НЛ... Энесласии, как хозяева. Но мы перед ними бессильны. Пожалуйста, уничтожь их, если сможешь. У меня нет колесниц, и я вынужден полагаться на гонцов, но в последнее время их часто убивают. Наш фланг в опасности, и Аякс должен перегруппировать свои войска. Я отправляю к нему гонца, но нам нужен опытный воин, который будет его охранять. Если ты захочешь сопровождать моего посланника, поговори со мной еще раз. Давай я пока покажу здесь всех, и мы потом... пройдемся. Для чего это надо? Для того, чтобы меньше по пути нас, ну, то есть его не замочили, короче. Помните факельщик? Факельщик. Факельщик. Тот, который бегал, короче, с нами вот этот. Покальщик. Или покапчик. Так, надо убить вот эти штуки. Здрасте, особенный фадун. Ты кто? Здрасте. Ну хера ты это делаешь? Зачем ты это делаешь? Как тебе не стыдно? Вот зачем ты чуваков трогаешь? Хрень на ножках. Ты ж ёбнуть. Это что было? Да чё? Зачем? Какого хрена? Угу. Да ладно. Такс. Блин, не то. Что такое? Здрасте, здрасте. Немного поехали. Давай, чик-чик-чик-чик. А, он на меня отвлекся. Значит, он на него отвлекся. Нормально. Еще один где-то был. Вот он. Пока есть возможность, надо мочить. Ой, я стал уменьшаться. Мочи, Николай, эту гадость. Есть. Еще один. Еще один, еще один, еще один, еще один. Где-то здесь. Какого хрена? Ой, 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 прям прямое попадание. Сейчас, погодите. Не надо этого делать. Это плохо. Плохо для меня, плохо.
шел. Все, замечательно. Ну, я часто так пробежался для того, чтобы уничтожить этих штучек. А теперь можно ехать и убивать такую гадость. Ну, как почему? Фурия Матриарх. Рисовал, мне интересно. Да, на заставочку. Угу. Так, можно все-таки поставить на этот меч новую штучку. Для того, чтобы увеличить урон и увеличить скорость атаки. Сторону пройдемся. Чикс. Мой. А, развоплотили. Зачем? Это я натравил, ну прости. Да не додумался. Так, с большой сундучок. Нечего. Что у нас дальше? Дальше сюда. Тикс, и вот эту убиваю. Да, вот, вот так вот, да, все. Молодец, еще одного вот этого нам увидеть. Ай, это шушера. Так, чисто. Закуска. И опять девушка. Хм, а что же она ждет? Ладно, это то мысли вслух. Бывает. Кровь. Еще в одну такую. По-моему, эта штука прикольная. Кровь, да. Такс, хорошо, а тут-то не понял. И Доминей герой. Что-то там не подсвечивается. И Аякс герой. А, так это вы были. По-моему, вот здесь были. Ну, получается, вы сюда аж приперлись. А ну подожди, стой. Ну-ка. Осадные худуны. Худун говорит с Окиноем. Быстрее ветра, не срывает. Мрежный вес уже не носил сообщение. Он просто к Аякс. Аяксу. То есть к вот этому. Хорошо, сейчас вот здесь туда. Такс. Да, давай уже тут. Грёбаный ходун. Иди сюда. Thank you.
Ой, маленький стол. Очень маленький стол. Стоп, откуда у тебя только что выпало это все? Ты что, был одет на нем? Это не может быть. Тормажит. Текс. Восстановление. Генез. А ну подожди. Две секундочки. Да, запись идет. Это хорошо. Это замечательно. Замечательно! Такс, теперь можно возвращаться и брать гонца. Почему? Потому что мы расчистили дорогу, и его по дороге никто не замочит. Если бы я его тогда взял бы, его бы... его просто убили бы. То есть все-таки с гонцами вы чуть попозже проходите, когда вы уже прочистите всю дорогу. Смотрите. Я же говорю, как с факельщиком было. Факельщиком... Серия у меня была такая, надо было зажечь маяк. Ну, дали мне факельщика и замочили его, короче. Не получилось мне его сохранить. Так, давай. Я с первого взгляда узнаю благородного героя. Помоги гонцу добраться до Аякса. Да. С твоей помощью мы удержали. Пошли. Задание мы выполнили, осадные ходуны. Видите, как хорошо. Идешь за мной? Идем. Блин. Кругами его вожу. Ничего, все нормально. За мной. За мной. Блин, вот это будет жопа, если меня замочит его. Или ты где-нибудь застрянешь, вообще я буду в шоке. Йох. Быстрее ветра. Приветствую тебя. Это печальные новости. Нестор приказал, чтобы я поддержал Минулая, но я не могу. У меня едва хватает людей, чтобы отбивать атаки чудовищ, появляющихся из пещер. Если я веду войска, они ударят нам в тыл. Я не могу выполнить этот приказ. Я тебя понял. Нам необходимо сходить и уничтожить тех, кто там. Быстрее ветра, принцесса. А, все? Вы выполнили просьбу Нестора, и Аякс получил сообщение. Возможно, теперь изучение мелизма сумеет отбить атаки демонов. Демонов. Ну что, давайте в пещеры зайдем, посмотрим, что там. И будем, наверное, уже сохраняться. Ну да. Давайте быренько пройдем пещерку вот эту. Деловские луга. Ёперный балет, я ненавижу вот эту гадость. Ну, вот сейчас он выплюнет на меня кислоту. Алтарь исцеления. Нечего. Ну, у тех, у кого не восстанавливается жизнь, да, она прикольная штука. Ну, так как и у меня прокачка идет с добавлением вход в пещеру. Подожди, вы хотите сказать, что это... Ладно, сейчас посмотрим. Сперва предлагаю наверх пойти, потом в сторонку вот сюда. Угу. Да, сперва сюда зайдем. Тут. Насекомыши. Такс. Опять выключен. Да что ж такое? Не знаю, почему оно отключается. Я не виноват. Не, в этот раз я не клацал. Я действительно не зажимал в этот раз. Не знаю почему. Может, здесь куча вещей повыпадало. Выпало? Нет, не выпало. Подожди-ка. Тут тоже ничего нет. Плохо! Ладно, пошли сюда, посмотрим, что тут. Уточки. Иди сюда.
куда этот выход. Смотрим. А, даже так. Ну, неплохо. Неплохо, неплохо. То есть вот здесь вот мы вышли. Гонец Нестера. А я герой. Давай пойдем посмотрим. Да. А, ну все. То есть я сделал круг. Нормально. Да. Все замечательно. Все. Что, будем сохраняться, я думаю, да? Думаю, да, подожди. Я не могу помочь. Ну, желаю, я не могу взять несколько воинов и поспешить к нему, поговорить с Эдемеей. Подожди. Что он хочет от меня? Демоны ревнуют такой хинайский дорогу, который защищен на глаз, ему нужно подкрепление, но Якс не может прислать достаточно людей. Помощь на нем нужно выделить вам несколько человек, поговорите с Эдемеем и заварите подкрепление. Потом. Завтра. Все. Всем спасибо, кто смотрел. Надеюсь, вам эта серия понравилась. У нас, ну, все идет к финишной прямой, по сути. Основная задача у нас встретиться с Одиссеем в дворе дворца Аида. То есть где-то скоро дворец Аида будет, и мы с ним встретимся. И... Хинейский перевал. Мы сегодня сделали тайная борьба. Адмит царствием мертвых, осадные ходуны и быстрее ветра. 4 задания за раз, ни хрена себе. Ладно, все, всем спасибо, всем пока, до следующей серии. С вами был Николай, пускай у вас будет все хорошо, пока.